Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. И я нахожусь в той комнате, в которой нет у меня в данный момент никого, кроме меня. Долго я здесь не буду, буквально одну минуточку, для того, чтобы показать вам мою лампу, которую я недавно купила, ультрафиолетовую, для обеззараживания помещения, в котором мы находимся и живем. Она убивает разнообразные микробы, вирусы и все остальное. Я показывала, что я ее купила и обещала сделать тест. Вот делаю, как обещала, обзор. Вот цепочка, ее можно подвесить куда-нибудь, но я решила, я ее поставлю на пол, когда выйду из этой комнаты. Для удобства видеосъемки делаю видео просто в кресле. Работает она, там есть кнопочка включить-выключить. От обыкновенный вот удлинитель у меня розеточка, сеть 220. Пульт был без батареек, нужны две тоненькие мизинчиковые батареечки. Пультом можно на расстоянии ее включить, отключить и выставить время для обработки помещения 15, 30 или 60 минут. Когда я включила ее, я сначала испугалась, лампа не загорелась. И я подумала, что мне прислали с Озона. Я покупала в интернет-магазине Озон. Я думала, что это брак. Я переключала разные кнопочки. На лампе тоже есть кнопочка вкл-выкл. Я из пульта, и без пульта. Я чего только не попробовала. Думаю, ну все, мне прислали бракованную лампу. Вот здесь вот решетка. Мне не удалось даже покрутить эти лампы. Туда у меня палец не пролезает. И пока я все это делала, как только я ее включила в сеть и включила вкл кнопочку, произошел какой-то звук типа попискивания. Когда я начала с пульта пробовать нажимать на разные кнопочки, пошло такое тиканье, как у будильника, тик-тик-тик-тик, но при этом не горели никакие лампы. Я испугалась, что у меня брак, и как только я хотела уже выключить эту лампу, вдруг она загорелась, и пошел резкий запах озона, вот когда работает озонатор в комнате. У нас есть озонаторы, а эту лампу я купила, она светится таким, знаете, синеньким, ну, свет голубой, синенький. И, собственно говоря, я не думала, что она будет как-то пахнуть. Ну, очень, несмотря на то, что у меня здесь рядом работает вот тепловентилятор, печка стоит в этой комнате, очень сильно запахло озоном. То есть, ну, это как дополнительный бонус, который я не вычитала, когда читала эту инструкцию и покупала. Я покупала ее как ультрафиолет для обеззараживания помещения, в котором живем мы, живут наши питомцы. Ну, будем пробовать, продолжать тестировать. Обязательно расскажу и покажу, какие результаты, поэтому не буду находиться, нельзя с этой лампой находиться в комнате животным и людям. На момент вот чистки помещения надо уходить из этой комнаты. Я сейчас пойду заниматься своими делами. Таймер работает у меня на, там, например, 15 минут. Через 15 минут она выключается сама. Я захожу в комнату и просто убираю ее в сторону, чтобы она не разбилась. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сегодня на канале нашего питомника еще будет очень-очень много интересных видео. Если вы не подписаны на канал питомника Марини Стик, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. В основном у нас все про наших животных, канал о животных, но и не только. Как вы видите, мы постоянно что-то покупаем для себя, для своих питомцев, и я всегда с радостью готова поделиться своими впечатлениями о приобретенных мною товарах для улучшения жизни нас и наших любимых домочадцев, наших собачек, песчанок, улиточек, хомячков. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!